Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня основываем серию на проекте Родину Реплей, Центральный округ. У них здесь Кирюха Полканов, не забывайте вводить в них по регистрации. Также можете вводить по промокод, вся информация есть в описании под видео. Ну что ж, пацаны, сегодня будет интересный видосик, а именно, получается, ситуация из стрима. В этом видео вы посмотрите нарезку и посмотрите очень интересную ситуацию, которая произошла недавно на моем стриме. И эта ситуация растянулась на 2 дня, понимаете, поэтому я решил об этом записать видео, показать и рассказать все вам, какие просто бывают люди на моем серваке, где играю я, а именно Центральный округ. Вы просто будете в шоке с того, что сделал данный игрок, потому что я таких людей еще в принципе не встречал. Я, получается, ехал, как бы никого не трогал, просто ехал там бочком, там туда-сюда, и в меня влетела девушка. Летела девушка, как бы я улетел просто далеко и надолго, подъехал к ней и спросил, кто тебя учил ездить, потому что данная девушка ехала просто по встречке и как бы врезалась в меня. После чего как бы подъезжает пацанчик, Данила получается местный, который мне говорит, съебался петушок. Я ему говорю то, что ваша подружка как бы в меня врезалась. Он говорит типа похуй и начинает меня дэмить. Но по мне урон не проходит, потому что я администратор. После чего он конечно же сразу оффается и целый день не заходит в игру. А что было дальше, вы в принципе сейчас посмотрите и в целом увидите всю ситуацию, которая была. Я вам желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Это ламба, а это гелик. Ну куда ты, блядь, едешь? Ну ёбаный в рот. Ой, бля. А тебя кто учил ездить? Зачем ты по встречке катаешься? Давай свободен, петушок. Ну, ваша подружка по встречке ездит, понимаешь? Ну, сейчас свободен. Ой, зря, брат. Он же зайдет в игру. Он же зайдет в игру. Если не зайдет, я ему бан на один и просто дам. Вы видели, какие люди бывают? Данила местный, да? Данила местный. Хорошо, Данила. Куда он выходит, ебать? Ну, блядь, ну... Ты ж сам, блядь, начал дэмить. Я ж не убил. Ну, вы видели, пацаны. Вы видели. В меня врезались по встречке. Я подъехал к девушке. Сказал, кто тебя учил ездить? Он говорит, свободен, петушок. Начал меня дэмить. Ну, будь мужиком. Будь мужиком, брат. Бля, боже... Зачем быть таким сыкуном, я не понимаю. Я же его сейчас могу забанить просто на один день за уход от наказания. Я ехал, меня врезались по встречке. Я подъехал, спросил у девушки, кто тебя учил есть. После чего подходит он, ебать, делает оружие, начинает меня дэмить. Понимает, что я админ, ему пизда, оффается из игры, то есть уход от наказания. Говорю, что ты вчера вышел сразу из игры? А почему вчера сразу вышел из игры? А когда меня... Оскорблял и дэм. Ты кто? Тут пацан на белой BMW E60 X88XX. Вчера девушка путаешь. Путаешь. А говорит, что я путаю. Хорошо. Я сейчас проверю, это он или нет. Если это он, то я его еще и за бан на забаню просто. Короче, я сейчас за ты его просто забаню и все. За бан администрации, это во-первых. Во-вторых, уход от наказания. В-третьих, оскорбление. И давайте я ему просто выдам демарган. 300 минут нормально будет. Ну что, брат, я проверил. Это именно ты, кто вчера меня дэмил. Пусть посидит пацан, подумает. Ну, бля, пацан сам виноват, как бы, ну. Я же с ним нормально пытался поговорить. Вообще, за что я его посадил, пацаны? Во-первых, я вчера стримил. Он, смотрите. Я вот вчера стримил, короче. Я давайте вам просто покажу, что я его не просто так посадил. Вот, ситуацию покажу, вчерашнюю ситуацию. Тебя кто учил ездить? Меня влетела девушка по встречке. Я подъехал, спросил, тебя кто учил ездить? Подбегает этот пацанчик, вот, Данила вот этот, смотрите. Давай, Данила. Свободен. Говорит, давай свободен, петушок. Это он мне говорит. Ну, ваша подружка по встречке ездит, понимаешь? Я ему ничего ни слова не сказал, я с ним адекватно разговаривал.
уже свободен. Он говорит, ну и что, свободен. Достал оружие. Начал меня стрелять. Понял, что урон не проходит. Ой, зря, брат. И офнулся. По-вашему, это нормальный человек? И он потом целый день в игру не заходил. Я хотел его выловить, с ним побеседовать. Он потом целый день в игру не заходил, понимаете? Он целый день не заходил в игру. Я сегодня зашел, нашел его. Хотел с ним нормально поговорить. Зачем он меня вчера ДМил? Он говорит, это не я никогда не ДМлю. Я хорошо зашел вот на стрим, пересмотрел, убедился, что это именно он, и наказал его. Я считаю, я сделал правильно, потому что, ну, я с человеком пытался нормально, я его не оскорблял, я его не стал сразу наказывать, хотя я мог попросить, чтобы его просто забанили другие админы в офлайне и все. Либо выдали наказание в офлайне. Я специально ждал, чтобы с ним лично побеседовать, спросить, зачем он это делал. Он включил дурака, говорит, я, это не я был, я никого не ДМлю никогда. Я думаю, хорошо, братан, без проблем. 300 минут деморгания отсиди, и все, вопрос решен. Если накосячил, просто признай свою вину, и все. Если он бы сказал, да, блядь, это был я, типа, сорян, я бы его не наказывал бы, честно говорю. Если бы он сказал, типа, да, это был я, извини, типа, ну... Я не хотел, типа, допустим. Например, я бы его не посадил бы в Демархан, я бы вообще ничего не сделал. Но из-за того, то, что он просто включил дурака, ну, я просто решил, блядь, ну, ты включаешь дурака, окей, Демархан 300 минут. Ну, потому что пацан, ну, реально дурака включил, типа, блядь. Я не я, и хата не моя, знаете, ну. Блядь, ну задеймил ты, сука, ну скажи, что да, блядь, это был я. Все. Ну, мало того, что он как сыкуха офнулся сразу. Потому что по мне урон не проходит, он сразу понял то, что я администратор. Он сразу офнулся, блядь, и в игру целый день не заходил. Потому что он знал, если он зайдет, я его накажу сразу.